Представьте, что вы на долгожданной осенней презентации. Вокруг все черное, сзади меня огромный дисплей, я в водолазке и кедах. И вот две главные инновации. Безрамочный дисплей и разблокировка лицом. LG Q6. Ирония в том, что все ждут флагман с революционными технологиями, а LG представили гаджет с этими фишками еще летом. Да и в бюджетном сегменте. Обе модификации стоят сегодня меньше 20 тысяч рублей. Актуальная цена по ссылке в описании. Рамки выглядят аккуратно. Здесь также отказались от сканера отпечатка пальца в пользу распознавания лица. Срабатывает эта новинка 9 раз из 10, но если что, есть пароль. LG отказались от модного нынче стекла в пользу более устойчивого пластика и алюминия. Это правильно. Есть мини-джек для наушников и микро-USB для зарядки. Поддержка второй сим-карты и отдельной микро-SD флешки. Диагональ 5,5 дюйма. На безрамочном аппарате это выглядит компактно. Дисплей IPS, устойчив к солнцу и повороту. Разрешение чуть больше Full HD. Все очень выглядит современно, на мой взгляд. У сенсора высокая отзывчивость. Сверху защитное стекло Gorilla Glass, устойчивое к царапинам. И я бы даже сказал, что это один из лучших дисплеев в этом сегменте. А может быть даже и лучший. Но есть одно но. По скорости работы это не iPhone 10, хотя 7 Android работает без нареканий. Но некоторые ресурсоемкие приложения подтупливают при загрузке. Аккумулятор на 3000 мАч работает больше суток. 32 гигабайта внутренней памяти у Q6 и 16 гигабайт у Q6a. Как я уже говорил, есть поддержка microSD карт. Закачать контент поможет 4G, Wi-Fi. Есть Bluetooth 4.2 для аксессуаров. У Q6 есть NFC модуль для бесконтактных платежей. Внимание, у Q6 а такого модуля нет, но и стоит он поменьше. Когда-то популярный процессор Snapdragon 435 сегодня уже ветеран. Есть модификация Q6 с 3 гигабайтами оперативной памяти и Q6A с 2 гигабайтами. Некоторые навороченные игры будут подлагивать. Если вас это не смущает, то в целом все хорошо. Камеры стандартные для подобных устройств. 5 мегапикселей селфи, диафрагма 2.2 с широкоугольным объективом. О качестве судите сами. И 13 мегапикселей основная, диафрагма 2.2 плюс автофокус. Есть забавный режим квадрат. Можно делать коллажи и просматривать предыдущий снимок. Вечером шумит, но не больше других конкурентов. В коробке классика, зарядка и гарантия. Наушники, чехол, стекло придется брать отдельно. Гаджет получился дороже китайских конкурентов с аналогичными характеристиками. Зато здесь есть две главные инновации этого года – Full Vision дисплей и разблокировка лицом. Узнать его актуальную цену поможет ссылка в описании, а при заказе у нас на сайте бесплатная доставка до ближайшего к вам магазина ноу-хау. Онлайн-кредит не выходя из дома и обмен возврат 30 дней. Вы сможете вернуть гаджет, если он вам не понравился. Всем пока!